В общем, всем хаюшки, вторая игра турнира, и снова играю я. Сегодня я засниму видео. Почему вторая? Потому что в прошлую игру я заснял, но почему-то видео удалилось. В общем, я выиграл у Владимира. Таблица есть в группе ВК, ссылка на нее в описании. Реально, ребят, хотите видеть таблицу, заходите в описании, там ссылка на группу ВК, там обсуждение. Crazy Fun Tour. Вы, короче, заходите туда, и там таблица есть. В общем, смотрите сами. Игры там и тут не по порядку. То есть я могу сейчас сыграть все свои 7 игр, а потом только другие начнут играть первые игры. В общем, сегодня я играю против Толяна, или же вот эти вот китайские символы, как подписаны. В общем, поехали. В общем, ребята, у нас карта Мираж. Сейчас как бы, ну, будет ножевой раунд. Вначале я подожду, пока Толян зайдет, или же те иероглифы я вам показывал. И будет второй матч турнира, я уже рассказывал, да? А на канал это первая запись. Опять повторяю, что когда мои матчи, я снимаю своего лица, а когда не мои матчи, я буду летать и все равно их снимать, как бы так. Ну, конечно же, не все иногда. Турнир, короче, я вам расскажу такую систему. Турнир создавали два человека. Ну, называется все-таки в честь моего канала, да, Crazy Fun Tour. И есть второй канал, и распоряжение игр разлились в две степени. То есть, некоторые игры снимаю я, некоторые игры снимает он. Ну, как два разных комментатора, да? Одни выходят на его канал, другие на мой. В общем, я не могу снимать его игры по распорядку. Короче, по расписанию игры мои я буду снимать, не мои я снимать не буду. В общем, поехали. На ножах. Да, это не считается, мы потом перезапустим. На ножах поехали, на А точку иди. Победитель убивает того, но это в каком смысле? Ну, за кого играет? За КТ или за террористов? Давай, иди сюда, на ножах, на... Так, то есть... я за террор нашел, я за КТ. Мы потом помериняемся, давай. Итак, ножевой раунд, ребят, начинаем? Поехали. Да, поехали. Лол, что это такое? Я также останусь, все, перезапускаем матч. Ой, не туда нажал. И, в общем, начинаем. Ребята, начинаем. Я, наверное, закуплю Desert Eagle себе. Уж очень я хочу выиграть Толяна. Чтобы выйти. Короче, с первые 4 места выходят дальше. Так, куда же он делся? Блин, я просто не ожидал. У меня еще так пролагало. Блин, я ему 85 хп снес. Лол. Ничего. Фух. Повезло. Первый раунд за мной. Я никогда не смог без него сделать. Я буду все время тратить на то, чтобы убить тебя. Это как бы... Так не получится. Но... В общем, ребята, я снова атакую. Первый раунд с Эко за мной вышел. Так, это Климчик на заднем фоне кричит.
Кстати, я хочу сделать фейк, что я пленчу, на самом деле не пленчить. Проведем я таблицу. Где же он есть? Блин, ладно, придется пленчить. Ты же понимаешь, что я успею. Все время потратил. Да как? Еще отвернулся. Да хп. Я хотел просто зажимом, потом я вообще запутался. Ну блин, ладно, один-один. Я же маг. Ты маг. Так, ладно. Так, ребята. Я хочу сделать эко-раунд, ну, чтобы АФП в следующем раунде купить. Я могу поплатиться за этот эко-раунд. Тут же нет никого, я надеюсь. Я просто так делаю, потому что вдруг он может выбежать. Я про это и говорил. Вот может он выбежать. Надо будет плыть как-то не так. Закупаем АВП, закупаем АВП и идем на мид. На заднем фоне это не важно. Эйс! Ну вот, АВП мне как раз помогло.
А у него тоже АВП. Есть у меня хорошая идея. Я умею на мираже, я хорошо умею делать раскидку. Вот сюда бомба полетела и хорошо залетела. Блин, не то хотел. Надо выбить эту дверцу. Это нечестно. Ну так ничего. Ладно, все нормально. 4-2. Ну ладно, ладно. Ну что, в скайп пишут что-то. Блин, смог, плохо лег, все это почти поражение. Смог плохо лег. А че у меня 16 хп, когда, что? Блин, ну все равно, на мид. Надо сейчас отыграться. Надо отыграться, я готов. Потому что я беру зеленое яблоко. Чем я вообще ложный покупаю? Я только сам себя палю, реально. Капец. Обошел так красава. Такими продвижениями турнир возьмешь. Ну. Смотри, 8 человек, четверка выходит в плей-офф. Плей-офф, скорее всего, выйдешь. А мне за это что-то будет? Ребята, хочу вам кое-что сказать. То, что Владимир, только что я видели, переименовался на... Переименовался на Феникс, так что будет подписан он Фениксом, а не Владимиром. Окей? Окей, направлю.
Видите, запоминайте, Владимир был теперь Феникс. Но только что был переименован, я видел, мне написала. Блин, у меня на заднем плане клеймчик плачет, но ничего, ничего страшного. Это цена... А, да как так-то? Ну, ну постоянно забываю там прочекать, а. Ну, бывает. Тебе одно очко осталось взять, читер. Ребята, ребята, это не должна быть решающая игра. Сейчас сделаю все, чтобы это была не решающая игра. Да, до 8 идет. Надо главное не дать это сделать. О, эмочку я люблю. Нет, зачем? По привычке скупился, но я красавчик. Я так понял, то моя ложная граната его отвлекла, потому что он побежал на радаре. Видите, если он пришел отсюда, значит это по-любому. Ну нет! Ладно, давай, сейчас в стиме спишемся. Я тебе позвоню сейчас. В общем, ребята, все. На этом все. Давайте, скоро будет следующее видео по нашему турниру. Всем удачи, всем пока.